Привет! Обзор журнала «Автомир» номер 39 за 23 сентября 2013 года. Стоил журнал 5 гривен и выходил каждый понедельник. Приятного просмотра и бла-бла-бла-бла-бла. Volvo Concept купе. Кстати, концепт на Volvo 2016. Но мы не скоро дойдем до 16 года. Сравнительный тест BMW X1 или Audi Q3. Второе дыхание Chevrolet Orlando, дизельное дыхание и поддержанная Mazda 6. Приятного просмотра. А в содержании автомобиля номера расскажу по ходу этого номера. Автомобиль недели Volkswagen Golf. Чудо маскировки. Что ж ты чудо такое? Салон. Актуальная тема. Переходим на безнал. Чего? Какой безнал в сраку? Не понял. Ну, короче, вот 200 гривен. Ну, по-украински 200, украинские 200 гривен. Что за чушь? Я витамину ем. К чему это? Сравнительный тест на ровном месте. BMW X1 и Audi Q3. Такие вот они красавцы. Салон. Бэха. Салон. Audi. И задние части вот так выглядят. Также оценки. Тут новая оценка уже. Видим, не кружочки, а квадратики, блин. Audi, Бэха лучше, чем Audi, оказывается. Имеется Chevrolet Orlando 2.0. 7 плюс дизель. Также вот еще журнальчики. И тут у нас Chevrolet Orlando, вот он. Это будет аж в конце. И довольно-таки старые обзоры будут. Новые мне не снимать. Салон Chevrolet Orlando. Оценка. Seat Leon. Отрывок из эссе. Вот так задница, вот такой вперед, вот такой, такой салон. Кстати, я здрасте. Блин, что со мной не так сегодня? Автомобиль до завтра. Скандинавский шик. Volvo Concept Coupe. Салон. Задница. Концепты. Жопа рыжая. И салон. Вы любите котиков? Напишите в комментариях. Я да. Конференция Citroёn. Автомобильные музеи мира. Личный опыт Mercedes-Benz CLS 500. Всегда в тренде. Вот такой Мэрин. Вот такой просто зачудный Мерин. Год выпуска, хера он старенький. 2005 год выпуска, 220 тысяч гривен стоит. Салон. Самый смак авторынок. Ну, для меня автомир, я в автомире люблю больше всех рубрику авторынок. Mazda 6, ну, самая нелюбимая рубрика, наверное. Самая нелюбимая рубрика моя, это, наверное... автомобиль для завтра. Ну, именно в автомобильных рубриках. Репортажи я не хочу считать, они, ну, это не самое интересное. Долистываем. Вот. 2007 год выпуска этой Мазды. Вот такая задница. Такой вперед. Мазда 6. По 2012 годы выпуска. Модификация, универсал и
практичный пятидверный хэтчбэк. История модели. Первое поколение Mazda 6 появилось в 2002 году. Рестайлинг провели в 2005. Причем автомобиль больше изменился технически. Модель выпускалась как седан пятидверный хэтчбэк и универсал. Шестерка в третьем пришествии существенно выросла в размерах. Была, и, короче, в 2012 году ее представили, вот, 2012 год, и вот в 2010 году рестайлинг. Автосервис, мифы вот можете почитать, я не буду вам это читать, я устал на карантине сидеть, честно. Ноги болят, я сегодня ходил по магазинам, это было непривычно, потому что я привык жопу протирать у компьютера. Ну и пиццу жрать. О, журнале. И страница 50, последняя. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А в следующем номере нас ждет выставка, мини-тест Jeep Compass, авторынок Citroёn C5, актуальная тема, экспедиция. Сколько стоит ремонт АКП еще? Это тоже актуальная тема. Все, всем пока.